отрубил лям, ушел, тут даже больше, там можно лям с хуем, два, если не два. Я точно брал и ушел. Потом увидел какие там битвы за отели, сфоткался и ушел, блядь. Ебать, битвы какие-то за отели, блядь, тут за дома отхуй, блядь. Нет, там бичей до хера на отеле. Не, ну там, видишь, там плюс, там, блядь, какой-то отель есть за 15 тысяч в месяц. А там еще. Он слетает редко, да? Там у Афи мне еще нравится, типа тоже квадраты захватывать. ПТ возить, блядь, постоянно. Ну сколько у вас хоть онлайн в яках? А чё-то по РП там как-то сервера по-странному разделяются. Чё там надписи какие-то у них, и типа, короче, подразделения какие-то. Я чё хоть помню, что это. Я вошел, где самое больше народу, как ты посмотрел? Одинаковые там все. Главное, типа оранж, цвета, блядь. Это уровни, да, или чё за цвета? Ну, блядь, сам ПРП 01, 02, это у них просто по цветам. Чтоб плыя-то не было. Придумали же хуйню, блядь. Сука, блядь. Так у них форум, у них форум так долго прогружается, главное, страница, это пиздец. О, лол, лол. Лол, чё, давай, выпустили? Бабло. Я тормознул этого пидора. Ах ты, брат. Ты где? Поделись со мной баблом. Ну давай, сука. Хули ты хочешь? Давай, заебал. А ты сейчас наверх давить можешь? Нет? Ну, смотри, стрелочку. Ой, Лайтман. Ненавижу его. Он меня пиздит. О, лол, у него фура исчезла. Ну ок. Мне как-то сказал делать шапку там, потом подпись, блядь. А, еще же там рунку надо, шапку пусть закажет, какую-то охуенную, какую-то хуйня. Как у Кармина Галанта вообще шапка была кончена. Она меня бесила, я как заходил на форум, меня это раздражало. Я сразу выходил оттуда. Он определиться не может, что ему нужно вообще, блядь. Кому? Вроде? Лайтман. А. Пишет то-то, то это ему, блядь. Так куда едем? А, мы давай этого... Давай фуру, ты сука. Где? Мне все равно, где? Куда? Краб. Краб. Крабчик. Блять, шакал ебаный. Ты где? Я тебе помогу. Мы поможем даже. Вот пидор взял АФК. Я посмешу в ломке побегу. А, не, я сожрал нарко. Бля. Так непривычно в этой херне позе лежать, дзю. Я когда с АФК вышел, думал, где я. Вроде едет, а меня нету. Был баг, знаешь какой? Короче, стоит машина, и там, короче, в АФК Тони Анджело, да? Там, короче, мы с Бруно взяли, выкинули его, сели в машину. Поехали, короче. И потом он выходит, понял, за АФК, и меня, короче, к нему стал тпшить. То есть обратно и к нему, и к Бруно. Какая-то хуйня. Короче, двигатель у них обоих стал глушиться. Не, стал заводиться и глушиться. Они, короче, в одной машине как-то сидели на разных расстояниях. Понял? Такая, типа, хуйня. Я в этих машинах тпшился туда-сюда, пиздец. Я сразу офнулся, думал, еще забанят за чит, типа. Да-да. Я ж охуел, сразу офу из таких случаев. Ничего, на Адвансе, кстати, в СТОхах такая херня. Ебать их тут. Был бы ГАН, а? Не, опасные они, ребята. Мы с ними поедем. Они шлицы отбирают, суки. Да похуй. Ну там первых работ на Адвансе больше намного. Это плюс. То, что, блядь, не как бы есть что поделать. На первом левеле, блядь, а тут вообще... Мы с ними не поедем, они опасные. Тут ферма, блядь, и грузчики пиздят. А то еще правда права заберут. Я упал, заебись. Мне за встречку... Забрали, блядь, все лица вообще, вот буквально пару дней назад. Что за... Ой, я говорю, блядь, дайте штраф 10 тысяч, идите нахер. Нет, блядь, надо все забрать и на 3600 посадить. Красавцы, нахуй. Я сука, в таких случаях уфаюсь. Я, блядь, видел типа, короче, ну, блядь, вдруг захватил. Короче, блядь, это, чисто всех арестовал ни за что. Сделал человек 20, нахуй, пизда. А, тюрьма переполнена. Феликс Рамирес? Ты хуй знаю, какой. Он передан вроде как был. Слышь, был там, такой. Короче, в отстеках, подожди, был читер, да? Он, короче, к нам прилетел, я такой, начинаю стрелять, ну, ГМ сразу, понятно, собит, ГМ, все это.
пишем, типа, отруби на фраус попал, да мне похуй, все подрубают. Понял, такое обсуждение, типа, все подрубают, мне похуй, все хуярят. У нас на районе Филя говорит, да-да, все подрубают, на нахуй. Бант он за хуй, не за читы даже, типа, прощай, бэби, что-то такое, да. Где-то скрин. У тебя стоит, кстати, сабейт? Не, я без сабейт. Скрин, что ли, не видел? А там же, типа, на F1 нажал, типа, его нет. Я хочу попробовать. Не, нахуй надо. Какую-то лишнюю кнопку нажмешь, все, тебе бан прилетит, нахуй. Там смотри, альт нажал случайно, все, нахуй бан тебе. Было такое, помню. Хотя, блядь, если не пробовал никак, лучше не начинать. Я помню, так зашел, знаешь, твинком. Я еще был тупой, у меня был еще 9-й уровень на этом. Блять. Андрей, я еще это твинки создавал, подрубал, что-то там на собейте, издевался над копами. Вот, и там мне, короче, приходит такое, Андрей, короче, бан за читерство с твинков. Потом мне говорят, ошибка. Я захожу, думаю, блядь, слава богу, извиняюсь. Хоть не короче, мясо, ситуация в том, я понял. Ой. Только, садись ты за руль лучше. Да не, просто все дела. А. Я думал, мне реально первый дан, этот первый бан как дали, я охуел, думаю, блядь, за что нахуй? Ну, сука, за оскорбление мне первый раз бан, блядь. Мехом был какой-то, сука, у казино, нахуй, начал меня мразь дэмить. Я, а просто, я просто написал пидор, бан. И все. И, блядь, пизда, через 5 секунд бан. Это какой год был? Блядь, ну, короче, я не помню, это, блядь, это было в этом, было буквально 2 месяца назад, блядь. Бля. Так, сука, мразь. Савчук, тем более. И второй раз за мат. Нервался минут 40, блядь. Вы по чату, что ли, пропалил, я хуй пойму его, блядь. Я Дэвид Рэй материл, блядь, стоял, ну, лидеров ФБР бывшего. Да Дэвид Рэй, он такой похуист, я тебе скажу, он слетел хуй знает как. Да я ему графику сейчас сделал, частый клиент, сука, был, все дела, блядь. Это ж мясная графика, которая с одним и тем же эффектом, блядь. Я ППСД леплю постоянно. Не знаю, что она им всем так нужна. Нравится, блядь. Там рамка эта, ебать. Пару лайтов, текстуры. Ой-ой-ой. Короче, сейчас. Я лихач вообще от бога, блядь. Пиздец, вожу как бог. Как бог. Бог. А ты увидел, что он сотворил, блядь. В рельсы врезались и улетели. Блядь. А, такая же хуйня. Сегодня проезжал на мотике, блядь, за километр летел. Сука. Я прям в рельсу как-то въебался. Улетел, нахуй. Вниз там куда-то. Не, сегодня полдня Вадим Месси входил, блядь, с подписью. Затрахали уже. Неудачно. Хоть ты тут хуяришь, блядь. Слышь, кью, мой друг. Сейчас меха ему вывести. Сначала по диру пробить надо меха. Не понял? О, мехов 5 штук. Что за конфа нигеры? М. О, ёптать. Чё за света? Это Пауль Кейн или кто там? Да, Пауль.